Чувашии почти 84 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы жить полноценной жизнью, им приходится прикладывать больше усилий. Государство в этом случае берет на себя определенные обязательства. Большую помощь оказывает и Центр занятости города Чебоксары. Подробнее в сюжете Олеси Русаковой. У людей с ограниченными возможностями здоровья выбор в плане работы небольшой. Если еще несколько лет назад организации неохотно трудоустраивали таких, то сейчас порой спрос даже превышает предложение. Алексей Козлов в Центр занятости обратился в марте этого года. С июня уже трудится в частной охране. В рамках специальной программы для него оборудовали рабочее место. Я обратился в Центр занятости. Они мне дали направление на частную охранную организацию «Альфа». Работаю 8 часов, зарплату устраивает. Касаемо программы поддержки молодых инвалидов, я считаю, что это программа, от которой выиграют, в принципе, все участники. В первую очередь, это, конечно, те, кто имеет ограничения по физическим возможностям. Они трудоустроены у нас, в частности, Алексей Владимирович трудоустроен, молодой парень. Направили к нам его в начале лета. Он прошел обучение, сдал экзамены, получил документы, лицензию и теперь работает. Затраты на наставничество работодателям возмещает столичный центр занятости. Так, в этом году к работе на чебоксарских предприятиях приступили четверо молодых людей с ограничением по здоровью. Один из них в качестве контролера в кинотеатре «Волжский». Молодой человек закончил Чувашский госуниверситет и ведет активную жизнь. Сотрудник, направленный к нам в кинотеатр «Волжский» от центра занятости в мае месяце, был принят на должность контролера билетов. За весь его период он показал себя только с лучшей стороны. Он также очень компетентен, целеустремлен, очень доброжелательно относится не только к сотрудникам, но и гостям кинотеатра. В этом году в столице Чувашии рабочие места получили около 300 человек. Мы очень рады, что работодатели идут нам навстречу в реализации таких проектов. Положительный опыт у нас есть, и глядя на результаты, мы осознаем свою необходимость, нужность и получаем удовлетворение от своей работы. Важным в нашей работе является трудоустройство лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. И одна из этих категорий – это инвалиды. Мы с прошлого года в рамках выполнения обязательств перед министерством выполняем программу по сопровождению инвалидов молодого возраста. Мы собираемся развивать эту программу и дальше в городе Чебоксары для более полного охвата данной категории. В этом году в Центр занятости столицы Чувашии обратилось более 400 человек, имеющих проблемы со здоровьем. Специалисты Центра занятости продолжат работу по содействию трудоустройству инвалидов молодого возраста в рамках государственной специальной программы. Ведь люди с ограниченными возможностями здоровья могут быть еще и людьми с безграничными способностями. Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Республика.